Вместе ярче. В минувшие выходные в городском саду прошел фестиваль энергосбережения и экологии. Семейный праздник собрал сотни горожан. Наша съемочная группа оказалась в числе гостей мероприятия. Как это было, увидите в сюжете с места событий. Все желающие смогли принять участие в крупномасштабном мероприятии по энергосбережению в городском саду Твери, где энергокомпании региона организовали интерактивные игры, спортивные состязания и многочисленные информационно-познавательные викторины. Фестиваль «Вместе ярче» проходит уже на территории Тверской области в четвертый раз. Основная задача – это показать нашему в основном подрастающему поколению, да, необходимость сбережения ресурсов. Сложился уже такой костяк, коллектив участников, да, этого фестиваля. «Атомэнергосбыт» вновь присоединился к всероссийскому фестивалю «Вместе ярче», целью которого является популяризация бережного отношения к природе и энергоресурсам. Площадка компании, как всегда, выделялась среди остальных участников своей энергией и разнообразием представленного. Наш девиз – сохраним природу, потребим меньше электричества. На нашем стенде представлены те мероприятия и те идеи, которые люди могут почерпнуть, чтобы сэкономить потребляемую электрическую энергию и сделать нашу природу немного чище. В рамках фестиваля «Атомэнергосбыт» проводил конкурс детских рисунков энергосбережения «Детский взгляд». К участию в конкурсе присоединилась художественная студия «Блик» город Торжок, читатели детской библиотеки города Ржева, ребята из районов области. Победители выбирали в трех возрастных группах. Самый маленький участник конкурса – пятилетний Кирилл. От компании он получил подарок – чемоданчик с карандашами, фломастерами и красками. Подарок очень замечательный. Пригодится рисовать, мы любим. Тебе нравится подарок? Да. Артем – победитель конкурса в старшей возрастной группе. Его работа отличалась не только творческой составляющей, но и смысловой. Юноша изобразил лампы и расположил их в зависимости от того, сколько они потребляют электроэнергии. Здесь нарисованы лампы, которые потребляют больше энергии, меньше, ну и среднее. Вот. И светодиодная лампа употребляет меньше энергии, чем лампа накаливания. Почему надо экономить энергию? Чтобы ты платил меньше за энергию и чтобы оберегать природу. Общаться с «Атомэнергосбыт» теперь гораздо проще. Компания запустила собственное мобильное приложение. Установив его, клиент получает расширенные возможности. Через приложение можно обратиться с вопросом к специалистам компании, а также заказать и оплатить онлайн дополнительные услуги. В мобильном приложении можно передать показания, оплатить электроэнергию и распечатать свою квитанцию, не получая ее на руки. Можно заказать свои начисления и платежи, чтобы сократить очное обслуживание, чтобы клиент дома мог открыть приложение, посмотреть, что ему начислено, что он оплатил. Многие гостей фестиваля заинтересовала обучающая игра по ЖКХ с говорящим названием «ЖЭКа». Действие игры разворачивается в квартире, где проживает обычная среднестатистическая семья. Главная задача игрока – снизить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет умелого применения мер по энергосбережению. Праздник получился ярким, насыщенным, а главное – познавательным.